Добрый день, глубокоуважаемый президиум, добрый день, глубокоуважаемые коллеги. Позвольте, пожалуйста, вам представить свой доклад на тему «Получение клеточных линий сарком мягких тканей для создания противоопухолевых вакцин». А, это я дальше, я сама должна, извините. Очень нервничаю. Актуальность исследования такова, что саркомы являются мезенхимальными опухолями, которые встречаются довольно редко, но поражают очень молодых людей в возрасте 20-30 лет. Также они характеризуются быстрым прогрессированием и ранним метастазированием, а также отсутствием высокоэффективных методов лечения и часто возникновение рецидивов после оперативного лечения диктуют нам необходимость разработки новых эффективных методов и схем системной терапии. Целью нашего исследования являлось получение клеточных линий сарком мягких тканей для разработки современных методов персонифицированной вакцинотерапии аутологичными дендритными клетками, нагруженными раково-тестикулярными антигенами больных сарком мягких тканей, резистентных стандартным методам лечения. Технологический процесс приготовления культур опухолевых клеток очень многоэтапный. На первом этапе необходимо получить фрагменты опухоли и получить из этих фрагментов моносуспензионную культуру клеток. Значит, на каждом этапе, расскажу вам, что на каждом этапе у нас описана стандартная процедурная операция СОП. Значит, при получении фрагментов опухоли дезагрегацию производят механическим способом при помощи стерильных ножей в медимашине. При удачной дезагрегации и адаптации к росту инвитро культуры мы производили анализ пролиферативной активности культур, подтверждали гистеотипическую принадлежность с помощью иммуноферментативного анализа, проточной цитиметрии и иногда клонированием мягком агаре в некоторых случаях. Кроме того, проводили цитогенетический анализ культур. При пассировании до 40-45 пассажа культуры криоконсервировались и депонировались в Институте цитологии. Нами было получено 41 образец опухолевой ткани, сарком мягких тканей. Из них 16 образцов было первичной опухолью, а 25 образцов – метастазы. По гистологическому диагнозу, как уже известно, очень саркома гетерогенные. Мы это увидели на своем опыте. Лиомиосарком было 7 образцов получено, липосарком – 9, синовиальный сарком – 11. По одному образцу было получено светлоклеточные саркомы, рабдомиосаркомы, дерматофибросаркомы, миксофибросаркома, веретеноклеточная, альвеолярная, эпителиоидная и гемангиоперицитома. 4 образца было миофибросаркомы и 2 хондросаркомы. В результате культивирования дезагрегация 41 образца удачно получилось перевести в первичную культуру 27 образцов. Это составляет примерно 65% от общего количества образцов. До 5-го пассажа мы смогли довести 6 образцов, на 5-10 пассажах находится 9 образцов, и более 10 прошли 12. Неудачи в культивировании были в 35% примерно, и причины были следующего характера. Это малое количество опухолевого материала, малая жизнеспособность или низкая пролиферативная активность опухолевых клеток, а также превышающая пролиферативная активность стромальных элементов. Значит, техническое оснащение нашего отдела позволяет нам оценить культуру опухолевых клеток, как морфологическую характеристику провести и анализ пролиферативной активности с помощью CellIQ. Также фенотипическую характеристику мы проводили с помощью иммуноцитохимических исследований и проточной цитометрии. На данном слайде представлена морфология клеточных культур сарком мягких тканей. Мы видим, что очень гетерогенные саркомы. Нами было выявлено, что лиомиосаркома и синовиальная саркома имели чаще фибробластоподобную структуру, морфологию вернее. Липосаркомы же обладали гетерогенной формой, полигональной формой, с небольшими отростками. Остальные же типы сарком имели гетерогенную морфологию. Так, почему-то не хочет дальше идти у меня. Можно, пожалуйста, видео? С помощью автоматического клеточного...
автоматического анализатора CellIQ мы смогли просмотреть поведение культур клеток. Мы наблюдали культуры клеток в CellIQ не менее 3 дней. Высевалась определенная концентрация клеток на флаконы пластиковые. И наблюдения вели при стандартных температурах, то есть при стандартных условиях. При температуре 37 градусов и напряжение СО2 35%. К сожалению, только одно видео получилось загрузить. Значит, анализ пролиферативной активности мы проводили также в CellIQ. Мы оценивали процент распластанных клеток, клеток в митотическом делении и погибших клеток. В ходе исследования мы смогли построить графики и определить необходимые нам количество распластанных клеток, клеток в митозе, погибших клеток. Извините. Также мы проводили цитогенетический анализ клеточных культур и выявили, что для монофазной синовиальной саркомы, к примеру, характерно модальный кариотип, который встречается также в 72% исследованных метафаз. Кроме того, 16% кариотип встречался, отличающийся от модального, наличием делеции 23Q в 6-й хромосоме. Кроме того, по 5% приходилось на метафазы, содержащие 54-57 хромосом, что говорит о наличии начинающихся расхождений, скажем так, нарушений хромосомных аберраций, скажем так, при длительном пассировании клеток. Значит, определение экспрессии опухолифицированных антигенов методом иммуноцитохимии также проводилось над культивируемыми клетками. Мы определяли интересующие нас опухолифицированные антигены и раково-тестикулярные антигены. На данных слайдах представлены результаты нашей работы. Также мы проводили определение экспрессии опухолиассоциированных антигенов методом проточной цитометрии. Выявлено было, что в двух случаях не экспрессировали саркомы раково-тестикулярные антигены семейства MAGE и BAGE, и все саркомы экспрессировали семейство GAGE. В результате нашей работы мы узнали, что наличие экспрессии раково-тестикулярных антигенов культивируемыми клетками саркома мягких тканей определяет их иммуногенность и дает возможность использовать эти клеточные линии как антигенный материал для активации дендритных клеток в процессе получения аутологичных дендритно-клеточных вакцин. Эту работу можно развивать и продолжать в этом же направлении работать. Спасибо большое за внимание.